Повторение – мать учения. Сотрудники ГИБДД очередной раз напомнили водителям, что пешеходов на зебре нужно пропускать. Несмотря на строгий закон, делают это не все. Не боятся автолюбители ни повышенных штрафов, ни других, более тяжелых последствий. Проблема наездов на пешеходов в зоне пешеходного перехода в нашем регионе стоит достаточно остро, особенно остро в городе Иваново. Количество наездов в зоне пешеходного перехода увеличилось, особенно страдают дети. Если мы возьмем статистику, то за прошедшие 4 месяца в ДТП на пешеходных переходах у нас пострадали 11 ребят. Чтобы информация как следует отложилась в голове у тех, кто садится за руль, инспекторы показывали автолюбителям видео серьезных ДТП. Наглядные материалы являются отличным средством для профилактики нарушений ПДД. Наверное, знаете, у нас сейчас аварийность достаточно высокая с пешеходами. И мы, собственно, хотим призвать водителей снижать скорость перед пешеходным переходом. Специальный фильм подготовили коллеги из Новосибирска. Страшные картинки – не вымысел режиссера фантастического фильма, а суровая действительность. Водители должны об этом помнить. Люди ходят туда-сюда, и надо контролировать себя. Водители должны быть аккуратны, не торопиться. К сожалению, не все автолюбители строго соблюдают правила дорожного движения и прислушиваются к словам инспекторов. Убедиться в этом можно, когда экипаж ГИБДД уезжает с трассы. Печальная статистика погибших и травмированных при переходе по зебре – дополнительное тому подтверждение. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.